Красноярска там на 10 лет назад. Но я уже вначале сказал, да, что когда 3 месяца 40 размещений, ни один предприниматель не готов будет вкладывать деньги, потому что он должен как бы вернуть еще и что-то заработать. И сегодня, когда мы не будем обсуждать, будет ли меняться нормативный акт, не будет, никто точно не будет делать красивый объект. Мы это проходили в городе Красноярске, чтобы все понимали, в Красноярске размещали, договор на размещение давали там на 3 года. 3 года и то не давало гарантии того, что предприниматель готов был инвестировать деньги. Вот сегодня 7 лет, и предприниматели начали массово свои объекты модернизировать и делать красивые. Поэтому если мы вот эту черту пройдем и начнем менять нормативный акт и сделаем 7 лет, все предприниматели, я уверен, сделают достойные объекты. А сегодня, когда говорят, что там есть некрасивые объекты, недостойные, я всегда предлагал представителям администрации Красноярска, ну вы оглянитесь, посмотрите на дома, которые стоят рядом с этими павильонами. У нас дома тогда надо сносить, потому что они выглядят зачастую хуже, чем сами павильоны. Поэтому, ну, вот здесь надо, понятно, что все сейчас будут высказывать эмоции, но в первую очередь должен быть подход к изменению нормативного акта. Вот сегодня сидят здесь представители администрации города Ачинска. Я знаю, предпринимателям ответили, что в комиссию их никуда не включают. Я хочу сказать, что в городе Красноярске есть градостроительная комиссия, где внешний вид обсуждает павильонов, туда предприниматели могут приходить, обсуждать и защищать свои проекты. Есть комиссия, которая рассматривает по продлению в схеме размещения временных сооружений. Туда входят представители практически всех ассоциаций города Красноярска, которые представляют интересы предпринимателей малоформатной торговли. Здесь этого я не слышал и не видел. Это хорошо, вот предприниматели направили ответы, написали что-то, а до этого я слышал, что вообще администрация не отвечает, а по телефону говорит, что вам не продлили. Надо подходы менять.